Привет, народ! В общем, сегодня будем проводить операцию по пересадке органов. Не переживайте, люди не пострадают, животные тоже. Здесь два ножа, два мультитула, скажем так, многофункциональных инструментов, которых нужно поменять некоторые предметы местами. В общем, сейчас вы слышите звук такой, каким пишет его камера Sony. Раз, два, три, четыре, пять. Ну и сейчас давайте переключусь на несколько секунд буквально на камеру GoPro. Явная разница не в пользу камеры GoPro. Вот сейчас ветер даже подул на нее, наверное, это было слышно. Ну и давайте переключимся обратно на Соньку. Контраст слышите, да, какой? То есть камера Sony в разы пишет лучше, нежели камера GoPro. Ну а петличка пишет еще лучше и качественнее звук, нежели это делает Сонька. И меньше всяких вот задуваний будет, посторонних шумов и так далее и тому подобное. В общем, вчера я хотел сделать тоже здесь пересадку органов. Вот этот вот 3.5А джек поменять на вот такой вот. Вот на такой вот обычный поменять. Но решил не спешить. Смотрите, основная причина замены его не в том, что здесь есть шайба, да, которая, собственно, немножко мешает. И не всегда получается вот воткнуть его до конца. Основная причина в том, что здесь работает только один канал у нас. То есть микрофон у нас получается моно. Пишет в монорежиме. В данном случае у нас левый канал только пишет. Вот этот микрофон. Вот этот микрофон. Он тоже был моно изначально, но я его просто запараллелил. То есть минус у нас общий, а плюс левый и правый канал я тоже запараллелил. То есть один провод кинул на два канала. Ну, чтобы вы поняли, да? Ну, я надеюсь, народ, я вас сильно не запутал, и вы меня поняли. То есть в стандартном микрофоне у нас есть минус, есть левый канал и есть правый канал. Так вот, в этом микрофоне у нас работает только левый канал. Правый канал у нас не работает. Или наоборот, я точно уже не помню распиновку данного джека. Ну, в общем, ситуация в чем, что вот здесь вот тоже как бы, ну, не стерео микрофон, а моно. Я его просто сделал псевдо-стерео, бросив припоем перемычку вот внутри здесь в джеке. Так давайте, в принципе, и покажу вам сейчас, как это происходит. Вот, видите, правый и левый канал у нас просто пропаяны на один провод. Вот и все. Вот такая вот нехитрая процедура проделывается. И, в принципе, микрофон у нас становится псевдо-стерео. Псевдо-стерео, то есть звук не отличается в левом и правом канале, не будет никаких переходов, но, тем не менее, вы его слышите как вроде бы как стерео. Я ту же самую процедуру хотел сделать здесь, отрезать и сделать пересадку. Но передумал. Почему передумал? Причины здесь две. Вчера, когда я монтировал вот это видео с микрофоном, я забил в Яндексе, говорю, в Гугле, в Ютубе моно, из моно сделать стерео, Final Cut Pro, и один замечательный мальчик, который разговаривает на английском языке, просто это показал, как это делается в два клика мышкой. То есть там такая функция. Очень удобно. И кроме того, это ну не просто вот параллели мы два канала, и они вот стандартно синхронно двигаются. Да, он как-то вроде, ну, как программно, на программном уровне это делает, вроде как, знаете, ну вообще неразличимо для уха. То есть я поставил галочку, кликнул, и оп, у меня стерео, прям даже вот какие-то переходы между ними. То есть, ну, Final Cut в этом отношении молодцы. Я решил не ломать стандартную гарнитуру. И еще по одной причине. Ну, потому что незачем. Это раз. Вторая причина. Это два. Вот эта гайка, да, которая здесь, она, в принципе, мешает, да, но убирается она легко. То есть берем вот эту гайку и силой ее двигаем туда. Вот прям на джек мы двигаем. И смотрите, что получается. Она вот так вот туда задвигается. И сейчас она вот как одно целое стало, видите. Но она не мешает. То есть, я вчера пытался воткнуть вот этот джек, и он входил вот только вот так вот. И вот здесь дальше уже гайка мешала. А сейчас я его взял насильно просто туда, вот вкрутнул вот так вот. И вот, пожалуйста. Многие там распиливают их. Ломают плоскогубцами, в тисках ломают, распиливают. Зачем? Вот просто насильно взял его туда, вот так вот сдвинул, и все. И смотрите, как это выглядит. Никому он не мешает.
эта гайка, она никому не мешает. Это во-первых. А во-вторых, все-таки в дальнейшем я планирую. Планирую обзавестись гарнитурой. Радиогарнитурой, потому что ну, реально это удобнее, чем каждый раз вот включать Zoom, вспоминать так уровень звука здесь у нас в записи. Ага, батарейку не забыл ли я зарядить, там, понимаете. Да, то есть это ну... Слишком. Вот были моменты, когда я его вроде как включил, да, записал видео, начинаю монтировать, вытаскиваю карточку, а нету. То есть не включил, забыл. А вроде как включил, а карточку не засунул. Понимаете, да? Карточку не поставил, включил. Вот там вот Zoom у меня, как всегда, висит. Ага, смотрю, все загорелось, все засветилось. Но когда начал собирать карточки, вставлять в компьютер, сбрасывать, собственно, информацию на жесткий диск, обнаружил, что... Нету. А в общем, сейчас смотрите, как четенько он сюда становится. Раз. И все абсолютно без проблем. То есть не выдергивается ничего. Но еще одно. Но вот Zoom с собой постоянно таскать нужно. Таскать его, ну, неудобно. Я его в кармане носил. Помните, он даже у меня на видео несколько раз выпадал. Поэтому мы ему сейчас по-быстренькому сообразим какую-то прищепку. Какую-то прищепку. Вот прям быстро. Ничего в голову не приходит. Быстрее, чем вот это. Видите, вот такая прищепка у меня уже есть готовая. Поэтому придумывать велосипед не нужно будет. Мы ее просто со старого чехла выдергиваем. Вот так вот. И у нас вот такая вот готовая прищепочка есть. В принципе, мы ее сейчас сюда определим. В общем, как-то так, народ. Вот теперь вот видите, да, вот он Zoom. На шорт я его прицепил, и он мне абсолютно нигде не мешает. Ну что ж, поехали дальше. Распаковываем нашу посылочку. И смотрим, что же здесь у нас. Здесь у нас большой мультитул, вот такой вот огромный. Просто огромный. С плоскогубцами, народ. Первый раз вижу вообще вот такого рода мультитул. Реально огромнейший. Так, и второй, я так понимаю, один из них донор. И что-то из одного нам нужно пересадить на второй. А вот второй. Ну, они вообще вот так вот, если, да, то визуально одинаковые. Два одинаковых. То есть все по внешнему габариту. Показатель у них одинаковый. Так, и теперь, что же нам нужно присадить? Здесь нож. Здесь ножовка. Я уж не помню, чего там. В общем, давайте позвоним мы хозяину. Позвоним мы хозяину этих двух предметов. Я, кстати, добавил чуть-чуть. Ага, вот. Вот. Вот здесь все отпадает у нас. Алло. Привет. Алло. Да, я в лесу, тут может плохо слышно сейчас. Я понял. Скажи, пожалуйста, вопрос у меня... Я так понимаю, что на одном типа линейке что-то непонятное, да? В предмете. Сейчас пропадает. Ты занялся моими ножами, да? Да. Сделать, да? Да, сейчас хочу сделать. Ой, сейчас. Тут просто в лесу плохая связь. Давай я буду говорить, если я буду пропадать, то ты скажешь. Да. Смотри.
Там вот этот такелажный инструмент типа линейки, который в желтом на Z. Да. Вот. Его надо убрать, угу. А туда поставить пилу. Там у них вот эта ответная задняя лопатка, они идентичны. Посадка на оси, все дела. Все, я вижу. И все? Нет, подожди. Ну а теперь помимо. Ну как и все? А ты если это сделаешь, я буду. Я и так считаю, что у тебя и мозг есть, и руки оттуда, откуда надо, и золотые. Ну. А дальше проще. Если ты сможешь ее вернуть на второй нож, который был желтым, угу. Вот, и ее хоть как-то заточить. То есть я понимаю, что ты сейчас скажешь про спуски. Не надо там никакие спуски, просто пусть ли будет. У меня уже яхты нет. Вот, пусть будет просто нож какой-то там. Пусть Вот из этого шила, да? Ты хочешь сделать нож какой-то или что? Да, если у тебя получится. Вот. Это. То есть некое подобие ножа просто сделать, чтобы им можно было что-то резать. Да, чтобы вот в том втором, который, да, ты вернешь, там вот этот, я, короче, расскажу суть. Вот этот вот, который без плашек, на нем будут красные плашки. У нас есть из Питера возможность заказывать вот эти плашки. Угу. Там один пришел без плашек. Угу. Родные его плашки, вот эти желтые, которые под ключ, понял, вот это, что шестигранник вставляется туда, видел сбоку. Угу. Я этот нож люблю, но мне очень не хватает там пилы. Он со мной и на рыбалках, и на съемках, и, короче, везде, и с детьми, там, и везде, везде. Но мне там очень не хватает пилы. Я, собственно, купил и второй ради пилы. Вот. И там мне нравится на 2/3, что серейтор. Подожди, секунду. Накладки желтые были на тонком ноже, на котором нет, есть пила. На толстом, боцман, он желтый, он поэтому желтый шел, чтобы его на яхте не потерять. Не-не-не, Серега, я только что снимал, вот будешь смотреть видео, я сейчас пишу, кстати. Я сейчас снял накладки желтые вот с этого ножа. Широкий нож, в котором плоскогубцы, он был в красных накладках. А, в красном. Короче, у нас центральный нож, который надо сделать, это с плоскогубцами. Все, с плоскогубцами нужно ножовку сюда воткнуть, правильно? Да, сюда нужно, да. А заточить вот этот инструмент. Что? Еще раз. А вот этот, вот типа шило какое-то или что это такое, заточить его просто типа под нож. Ну не шило, так и лажное, там где линейка, да. Да. Можешь под нож. Все. Единственное, у меня еще такая просьба, что у тебя руки стоят вот как надо. Там, если ты заметил, у меня все ветры, лезвие, заточка начинается сантиметр от лезвия. Если сможешь ее заточить тоже, потому что неудобно ни веревки резать, ага. Ни картошку чистить. Вот эту часть, да, ты имеешь? Это дурость. Да. Но реально это неудобно. Хорошо, я сделаю. Все сделаю. И что мы в том ноже вот это сделать. Угу. Вот. Ну, как бы все. А плашки, вот этот, я не помню, то есть красные плашки я тебе тоже прислал, да? Не, у меня здесь две. Одни в красном. Один нож был в красном, один в желтом был. Плашек отдельно нету. Вот этот, у нас основной, вот этот, который с плоскогубцами. Но его нужно сделать желтым, да? И рыбалка, и везде. Но его нужно сделать желтым, Серега, правильно? Он был в красном, его нужно одеть будет в желтые накладки, правильно потом? Не, ничего не одевай, я куплю на него новые красные. Так эти нормальные тоже, что? Да не, она там покоцанная со стороны открывашки. А, есть, да, покоцанная. Не, ну я могу в желтые его одеть пока. Да, желтые, я почему желтые прислал, потому что желтые, их когда, ну как, 2-3 раза снимешь, они потом не одеваются. Угу. То есть это вот для примера. Я понял. Ну, их можно желтые, сделать, чтобы одевались. Желтые потом будут переодеть в зеленый, а красный будет таки в красном, который с плоскогубцами. Вот, то есть цель, то есть если сможешь, то есть первое, то есть переставить пилу мне туда, где плоскогубцы, угу. То есть вот этот мой каждодневный. Я тебя услышал. Вот. И если сможешь, на том ноже наточи вот эту такелажный этот инструмент, там в конце прям, правда, есть такая выемка, ну, то на твое усмотрение, угу. Мастер, ты посмотришь, что я не думаю, что ее там сравнивать. Вот. И если сможешь, вот там, где сериэтор и на том, вот там сантиметр затупленный есть, который ближе. Все, я тебя услышал, серенький. Все, я сделаю, потом наберу тебя. Все, пока. Все, давай, дружище, удачи. Пока. Давай, счастливо. Пока. Все, народ, вот из-за этого два ножа приехало ко мне
издалека. Ну, чтобы вы понимали, работы тут, ну, минут на 10. Ну, 15 максимум. Так, это мы сюда складываем в тарелочку. Ну и что? В общем, народ, здесь все просто. Осевой. На осевом, видите, стоит такая втулочка бронзовая для удержания. Давайте какую-то другую, может быть, покажу. Вот здесь, видите, да? Здесь таким грибком она выполнена. Для удержания, вот, видите, да? То есть туда мы ее одеваем, а назад она уже не должна слететь. Ну вот, собственно, сверху здесь, видите, да? Расклепан осевой. Вот этот вот шток, штырь. Называйте как хотите. В общем, наша задача сейчас это все разобрать. Разбирать мы будем следующим образом. В общем, народ, наша задача сейчас снять вот эту вот штучку, бронзовый грибочек вот этот. Мы его потом новый вытащим, ничего страшного. То есть мы его просто сбиваем сейчас. Мы его сейчас сбиваем и берем бормашинку и убираем расклеп. То есть, понимаете, да? Одета вот эта вот втулка и расклепан край осевого. Нам нужно его сейчас бормашинкой аккуратно скруглить, и потом мы его выбьем. Ну а потом, когда мы все по новой, поняли, да, вернем назад, мы вот эту втулочку бронзовую выточим на токарном. У нас он есть, благо. Все поставим на место и опять расклепаем. В принципе, ну вот весь процесс я сейчас расписал. Дальше все в ускоренном темпе. Показываю, меняю. Ну и в принципе все, отправляем нож обратно заказчику. Поехали. Короче, народ, давайте теперь в макро покажу. Все-таки придется включать эту камеру. Вот видите, да, расклеп, о котором я говорил. Вот он, осевой наш расклепанный. Еще и в сторону его повело. То есть вот так вот. Шайба сверху ставится, только хлоп, одним ударом расклепывается осевой. Шайба служит как стопор, и все, никто никуда не идет, никто никуда не опаздывает. В общем, сейчас мы что делаем? По кругу обрабатываем борфрезой. Поняли, да? Убираем этот расклеп, выталкиваем осевой, снимаем инструмент, повторяем ту же процедуру там, ставим эти же осевые на место, вытачиваем новую шайбочку вот эту, диаметр у нас, вот он размер есть. Откуда снять? Снимаем, ставим, расклепываем обратно, все, все должно быть. Хоккей. Погнали. Эту камеру мы выключаем. Ну а здесь будет все на ускоренной перемотке. Thank you.
по-моему, даже не пригодится и ускоренная перемотка. Металл очень хорошо снимается, поэтому вот все просто должно быть. Элементарно, видите? Все очень просто. Сразу, что мы делаем, это берем гвоздь и с этой стороны контримся гвоздем. То есть, чтобы инструменты у нас не повысыпались, чтобы мы их по-новому потом не собирали, мы берем гвоздь, обычный гвоздь, вот так вот, откусываем и дальше выбиваем уже гвоздем. Раз. И гвоздиком выбиваем. Давайте мы сюда подложим. Извиняйте, ребята, за звук. Ну, как-то так. Так, нам нужна вот эта вот история, да? Нам нужно ее выбить. Так, смотрим. Вот она. И она у нас уже держится на гвозде. Вот, ножовку мы вытащили. Теперь повторяем ту же самую историю здесь. Поехали. То же самое. Ну, в общем, давайте фотку сделаю. Ну ладно, включу камеру, потому что потом не то будет вообще. Смотрите, народ. То же самое, видите, да? Та же ситуация. Вот он расклёп, видите, да? Все очень просто. Ну, ребята делают максимум, чтобы не разбирали ножи. Ну, а оказалось, что разобрать его максимум просто. На самом деле. Повторяем ту же самую процедуру здесь. Вот и все. Здесь точно так же. Ставим его вот сюда. Сверху молоточком. За раз усаживаем. Раз, два. И теперь, ну, желательно опять же гвоздик найти. Такой же. Так, здесь у нас далеко. Нет, недалеко. Давайте не гвоздик возьмем. Кусочек у меня сюда. Хвостовика есть от своего. Вот такого же диаметра вроде как. Ну, вроде как. Вроде как вот он, да? Стоять. Еще чуть-чуть. Так. Ножовку сюда ставлю. Короче,
ножовка кусается. Ее не очень удобно поставить. Все, видите, да? Ножовка уже на месте стоит. Вот, в принципе, народ, и все. Опять же, эту же наставочку только в другую сторону разворачиваем. Все, наш нож собран. Все нормально, все инструменты работают. Теперь у нас здесь ножовка полноценная. Она фиксируется, она работает. И теперь нам осталось вытащить бронзовую сюда проставочку и расклепать. Поняли вы, да? Расклепать осевой. Ну и в принципе то же самое. Инструмент возвращаем. Как он там называется? Такелажный, да? Такелажный инструмент возвращаем сюда, на место. В принципе все, оба ножа собраны. Оба ножа готовы к работе. Пила будет пилить. Но вот этот такелажный инструмент будет у нас резать. В общем, камеру я пока выключаю. Снимаю размеры с этих бронзовых шпеньков. Вытачиваю их точно такие же, чтобы они вот сюда сели. В эти посадочные места. Ставим на место и собираем. Все. В принципе, я же говорю, что сколько там у нас? 10 минут на все про все. Поехали на токарный. Ну что, народ, переходим к токарке. Кстати, давайте здесь еще спрошу. Давайте я вам сейчас покажу видео с Инстаграма. Я где-то недельку назад на Инсту загружал видео с вопросом. Повторюсь для вас, давайте. Короче, народ, вот такая вот у нас накаточка получается. Вообще будет замечательно, когда помоется. Вот такая красота будет. Ну, потом покажу, куда это делается. Хорошо, народ, вот так вот выглядит наш промежуточный результат. Вот такая вот деталюха у нас будет. Ну, мне интересно, угадает ли кто-то в комментах, что это будет за деталь и где она будет применяться. Ну, мне кажется, что могут угадать человека два, ну, может, максимум три. Я не думаю, что кто-то еще догадается. В общем, пишите свои ответы в комментах. Если кто-то догадается, ну, то он большой молодец и очень умный парень. Или девушка. Девушки-то навряд ли вообще догадаются. Ну, а хлопцы, я думаю, что... Ну, я знаю, что несколько человек могут угадать. Андрюха, в частности, ты должен догадаться, что это такое. Я имею в виду инженер Брунс. В общем, давайте, народ, пишите в комментах свои варианты ответа, что это будет. Мне интересно, угадает ли кто-то вообще. Скорее всего, нет. Ну, посмотрим. Давайте. Ну и сейчас, собственно, можно нажать на паузу и написать ваше мнение. Как вы думаете, что за деталюху тащил Русик и зачем она нужна? Нажимайте на паузу, пишите. Ну, а тем временем я покажу, что за деталюха была и зачем она нужна. Вот, народ. Данная деталюха. Просто заглушка. Просто заглушка, чтобы задняя пиноль не страдала у нас от пыли, грязи. Но смотрите, как она получилась. То есть вот раз, и она туда садится прям, ну, тютя в тютю. То есть я маркером мазал вот весь конус, потом вот так вот крутил, вытаскивал. Видите, как плотно, да? И на протяжении всего конуса, видите, все, вакуум не отпускает. На протяжении всего конуса у меня... Сейчас мы его вытащим вот так вот. Раз. То есть я там загнал болтик. Видите, болтик упирается. И вот тогда вот на последнем там десятке уже миллиметра там. На последней десяточке уже берет. Вот так вот. То есть берешь что здесь, что здесь, что здесь. Вот царапины, риски, видите, да? По всему конусу есть. То есть маркер стирается везде абсолютно. Ну, видите, да? Вот так вот он заходит. То есть, в принципе, на обычном токарном станке можно
добиться вот такой вот точности при помощи обычного себе индикатора часового типа. Все, ставлю камеру и поехали. Так, в общем, давай погнали. Так, нам нужно там, в принципе, миллиметров 5. Ну, давайте на отрезку возьмем вот так вот. Чуть-чуть больше. Миллиметров 10. 12. Погнали. Центробочку. В общем, у нас вот этот вот осевой 2,5 миллиметра. Сверлышко я взял 2,36. Ну, пока мы будем проходить, я думаю, оно разобьет на 2,5. То есть у нас сюда вот так вот она сядет, и сверху мы расклепаем. Все будет четенько. В общем, погнали. Так, 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 так. Вот так вот. Вот так вот. И чтобы она плотненько села. Народ, плотненько-плотненько садится. Все четко, то есть расклепывать нам надо будет минимум. Так, и нам надо по наружке его обточить на 5,27. Еще раз еще протяну. И теперь уже так 8,58 убираем лишнее. Короче, народ, не знаю, как вам это показать. Ну, будем надеяться, что вам там видно, да, что-то. Поверьте мне на слово, что там 5,27 четко показывает. В общем, есть у нас наружный диаметр. Теперь снимаем фасочку. Снимаем фасочку. Аккуратненько. Так, полторашка. И туда, да? Полторашка. Так. Миллиметр. Полтора. А вот здесь у меня
такая вот, народ, мелочевочка нам нужна. Как ее теперь достать? Ну и вот, народ, что у нас получилось. Вот такая вот у нас вот сюда шайбочка получилась. Хвостовичок мы сейчас вот этот вот подточим, хвостик, и все становится у нас на место. Видите, да? Вот тютя в тютю будет. Точим вторую. Пойдем. Ну и вот, народ, вторая запчастюлька наша. Все четенько. Грибочек, видите, есть. Плашечка сюда станет четенько. В общем, вот этот вот хвостик сейчас на наждаке подпилим аккуратненько. Подпиливать просто. Ставим сюда проволоку алюминиевую. И с обратной стороны обрабатываем. В общем, все. Опиливаю. Ну и ставим все на место. Собираем ножи. Так что да, народ, удобно, видите, не мешает мне теперь зум. В общем, давайте покажу. На хвостовик сверла одеваем нашу деталюшку и вот так вот обтачиваем прямо на нем. Раз, и плотненько все. Что, это мы можем пока убрать. Видно вам там все, да? Я надеюсь, что видно. Теперь берем нашу полученную деталь, одеваем, ставим на наковальню и расклепываем. Все, получилось то, что надо. Так, второй нож берем, ставим нашу запчастюльку на место. Она прям плотненько, видите, как становится. Вот так. Сверху теперь ее аккуратненько молоточком усаживаем и даем расклеп. Все. Все, народ. Оба ножа как новые, как должны быть. Так. По-моему, Серега просил, если я не ошибаюсь, желтые накладки в оконцовке поставить сюда, а туда поставить красные. И раз, два, три. Все, народ, все отлично. Вот так вот выглядит нож. Все работает. Все замечательно. Теперь нам что нужно, это переточить. Не забыть хвостовик. Так, и с этой стороны теперь тоже мы ставим на место красные накладки. Ну, хотя, что-то Серый там говорил, что туда закажет новые красные, а сюда новые зеленые, что ли. Ага, вот он о чем говорил, что они, если один раз снимаются, то уже второй раз очень плохо ставятся. Поэтому, говорит, я закажу новые серенькие. Ничего страшного. В принципе, вот здесь вот можно посадочное место чуть-чуть вот так вот, скажем так, искусственно заузить посадочное место, и все будет окей. Так, это что у нас? Это с этой стороны. Это, народ, с той стороны, где я ничего не делал, так что, понимаете, да? Чтобы не кричали сейчас уже в комментариях, что Русик испортил, а потом искусственно заужает. Не, ничего подобного, все четенько. Все четенько. И здесь у нас тоже все четенько. Чуть-чуть надо ниже посадить. Клац, клац, клац. Все. Вот так вот становятся плашки на место. Все замечательно. Теперь, что нам нужно, это вот это переточить. Давайте я уже вот эту камеру сейчас, наверное, сниму. Поставлю, народ, на маленький штатив.
Вот так вот. Вот так вот на маленький штатив мы ее поставим. И вот так вот мы ее сюда направим. Так, нам нужно сейчас перетащить вот эту часть, видите, да? Вот она тупая, светится совсем-совсем. Сейчас мы ее легонечко переточим. Только эту часть. Ладно, дальше тоже плейн заточим. Потому что, ну, тут подубитый клиночек уже чуть-чуть. Вот так вот ровненький подвод мы сделаем. Ну и теперь с этой стороны тоже. Серейтор мы перетачивать не будем, мы его просто поправим потом. Вот, в принципе, и все. Данный нож готов. Берем следующий. Так, здесь у нас то же самое, да? Нужно. Ну, здесь у нас вообще нужно перетащить его, если видно. Или не видно. Вот, давайте вот так вот свет отсюда поставлю. Ну, он весь блестит. Клинок весь блестит абсолютно. То есть здесь он от начала до конца блестит. Мы его сейчас аккуратненько переточим тоже аж отсюда. Вот видите, да, откуда здесь была заточка. Вот я сейчас поставил палец, а дальше нет. То серенький попросил заточить от самого начала. Так мы и сделаем. Вот с самого начала одна линия подвода тоненькая будет. И с другой стороны точно так же. Ровненько, видите, тю-тю-тю-тю, все. От начала до конца. В принципе, все. Так, этот клин мы складываем. И теперь вот здесь вот нужно сделать некое подобие ножа. Давайте сделаем. Ну, это будет некое подобие, не более, потому что, ну, толщина, смотрите, какая. То есть мы просто заточим его. Ну, максимально, скажем так, красивым способом, чтобы это было максимально, ну, более-менее, скажем так, эстетически, ну, мог мозг принять в эту заточку, как заточка. Это вот, народ, один подвод, видите, одной плоскости. С каждой стороны будет у вас. Короче, народ, я думаю, достаточно. Потому как... Секунду, вот так вот камеру давайте поставлю, чтобы вам что-то было видно. Так, водичку мы убираем в сторонку. Потому как толщина такая, что, ну, нереально что-то тут сделать. Более-менее человеческое. Так, некое подобие клинка мы сделали. Подправим тут серейтор. Подправим здесь заусенчик. Ну, в принципе, что-то им можно резать, я думаю. То есть какой-то
Я не знаю, там канат, паракорд. Что-то разрезать им можно. Сейчас вот так вот. Заусенчик собьем. Ну, я не знаю, давайте вот тряпку. Берем кусок тряпки, вот так вот раз. Ну, он режет. Берем кусок тряпки, вот так вот раз. То есть, я думаю, вот то, что требовалось доказать, да? То есть, некое подобие ножа мы из этого всего сделали. Ну и ножи, естественно, будут тоже острые, тоже будут резать. Так, и селекторный ножичек тоже мы поправим. Протираем. Ну и теперь, собственно, здесь у меня какая-то бумажка валяется. То есть и теперь, собственно, народ, он режет по всем селекторам. То есть вот так. То есть, ну это селектор. Поняли же, да? Что он режет? Он режет всей своей длиной нож. И селекторной частью, и плейновой частью. Еще разочек поправляем. И теперь ну то же самое. То есть все режет. И плейн, и селектор. Ну, точно так же здесь поправляем. Тоже грязный клиночек мы его чик-чик-чик-чик. Более стороны. Раз. Протираем. Ну и в принципе все. Все, народ. Все. Так, ну давайте покажу вам, что там у нас получилось. С какой стороны я расклепывал, напомните мне, с этой или с этой? Вот с этой стороны. То есть, видите, вот так вот. Завод, завод, моя работа. В принципе, все четненько, все красиво. Смотрите накладочку, мы только раз сюда. Клад, клад, клад. Все четненько, все, все красиво. Все, накладка села на место, все, нож рабочий. Можно ставить сюда. Теперь на место зуботычки, пинцеты. Ну да, вот Серега о том и говорил, что накладки ставятся типа один раз здесь, да? Потому что вот посередке здесь гуляет уже. Ой, чуть-чуть сейчас подожмем. Так, пинцет и зуботычка, да, зуботычка. Снизу, если я не ошибаюсь. Нет? Нет, сверху. То есть что-то я перепутал. Пинцет снизу. Да, пинцет снизу, а зуботычка сверху. Вот так вот, народ, это выглядит. Все четенько, видите, все собирается, все становится на место. Все предметы на местах. Так, зуботычка. Стойте, стойте, стойте. Желтый. А где здесь? Где здесь булавка? Если я не ошибаюсь, то булавка должна быть где-то просто вот то ли лежать вот так вот, она должна вот здесь вот. Ну, я, честно говоря, не помню. Нет, точно не так. Народ, подскажите, кто помнит. Я помню, что булавка здесь точно есть, и куда-то она ставится. А как? Вот не помню.
Ну, булавка же здесь была, то есть, ну, как бы, я же это не придумал, правильно? Серега, куда булавка ставится? Я не знаю, народ. Короче, куда-то она ставится. Так, снизу пинцет еще раз ставим. Раз. Снизу пинцет, сверху зуботычка. Все, все. Все предметы на местах. Все четенько прилегает у нас. Ну, а куда? Я не помню. Короче, хоть бери до видео, пересматривай сейчас, да? Где лежала булавка? Ну и народ, вот основной наш инструмент, который просили нам сюда поставить, вот он работает, все замечательно. Серега, честно, ну не помню, куда булавку. Булавка может просто прижимается. Давай вот ее сюда положим, вот так вот просто. Смотрите, положу, серенький будешь знать, и просто мы ее прижмем. Вот она вот там прижатая лежит. Возможно, так оно и должно быть, я не знаю. Ну, в принципе, логично, что вот так она не потеряется. В принципе, народ, вот такое вот было видео. Серенький, еще раз спасибо тебе за микрофон. Я Серому уже фотографию отправил, когда точил. Он безмерно рад, безмерно счастлив. Ну и в принципе все, народ. Сегодня вот такое вот было видео, вот такая вот была работа. Ну, как бы, ну ничего сложного, но без инструмента, да, вот без токарного я бы здесь как бы, ну, колхозом бы не обошелся. То есть красиво не сделаешь. Без токарного станочка. На токарном видели, да? Подточил, выставил, чук-чук на место, все, все красиво. В принципе, вот так. Ну как, глаза боятся, руки делают. Главное, чтобы, помните, как у врачей, не навредить. Вот главное, чтобы не навредить, а остальное, видите, все работает, все на месте. Все замечательно. Оп, и все. И такелажный наш инструмент тоже. Ну вот как теперь доставать его, я правда не знаю. Ну все, его по-другому не достанешь, кроме как вот за острый край. Ну реально, вот только ногтем это можно сделать. Так что, серенький, предупреждаю, что смотри, доставать его будешь, чтобы не порезался. Потому что вот как ты раньше его доставал, да, как вот здесь ножовку, то уже так не прокатит. В принципе, народ, на сегодня все. Давайте, пока-пока, увидимся.